Хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, намекнул в соцсетях на свадьбу. Он опубликовал в Инстаграм свое фото в костюме. Рэпер подписал пост фразой «Она сказала да». Он не назвал имя своей невесты, но большинство поклонников считают, что исполнитель женится на певице Кэти Топурии. Некоторые интернет-пользователи выразили надежду на то, что исполнитель имел в виду свою бывшую супругу Айзу Анохину. Напомним, в апреле портал «Супер» сообщил, что Гуф возобновил отношения с Топурией. О романе артистов впервые стало известно в начале 2017 года, а в конце 2018 появились сообщения о том, что пара рассталась.